Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys и сегодня соберем бронеавтомобиль Лигер. В набор входит клей, наждачка, 493 детали конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Вспомогательный инструмент поможет нам достать из плашки тонкие и маленькие детали. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Обращаем внимание на отметки. Эти галочки должны смотреть вниз. В круглых отверстиях клея быть не должно. Крючок этой детали должен смотреть вниз. Обращаем внимание на направление отметки.
вторую собираем точно так же. Клей не должен попасть на круглое отверстие. Обращаем внимание на расположение деталей. Переворачиваем. Обращаем внимание на расположение деталей. Этот крючок должен смотреть вперед, а снизу деталь должна пройти через крестообразное отверстие. Вторую деталь собираем в зеркальном виде. Второе сиденье собираем точно так же. Таких сидений должно быть 6 штук.
эта деталь отличается от предыдущей. Обратите внимание на отличие деталей. С другой стороны клеим по аналогии.
Протектор колес должен быть в шахматном виде. Остальные колеса собираем по аналогии. Обращаем внимание на отличие деталей. Клей не должен попасть на крестообразную ось. С остальными повторяем то же самое. С другой стороны клеим по аналогии. Детали ручки склеиваются только между собой.
вторую дверь склеиваем по аналогии. Со второй проделываем то же самое. Клей не должен попасть в круглое отверстие. С другой стороны делаем то же самое. Засечка на петельке должна быть снаружи. С другой стороны делаем то же самое. Переворачиваем. Thank you.
углом отверстий клея быть не должно. Вторую склеиваем точно так же. В круглом отверстии клея быть не должно. Thank you.
квадратный выступ с круглым отверстием на петельке должен быть снаружи.
Таких деталей должно быть 8 штук. Готово! У собранной модели открываются двери, люки стрелковой платформы на крыше, окна и капот, вращаются пушки, колеса, а передние имеют возможность поворачивать, а также каждое колесо можно снять. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!